Кондоры – уникальные величественные птицы, которые поражают своими размерами. Габариты кондора могут достигать почти 1,5 метра в длину при размахе крыльев 3 метра и весе более 15 килограмм. Встретить этих гигантов можно в западном полушарии на территориях обеих Америк. Приветствуем, с вами канал Узнавай, и сегодня мы расскажем интересные факты из жизни кондоров. Имя этих пернатых имеет индийские корни и обозначает «великий странник». Американские грифы являются ближайшими родственниками кондоров. Различают две непохожих друг на друга разновидности кондора – калифорнийский и андский. Андский кондор – абсолютный рекордсмен по размерам среди всех летающих птиц своего ареала. Калифорнийский кондор – вымирающий вид, сейчас его популяция восстанавливается человеком по специальной программе. Эти птицы предпочитают селиться в скалистой местности, что делает их недоступными для любых хищников, поэтому естественных врагов у кондоров практически нет. Голова этих пернатых не имеет оперения, вырастающие перья непременно будут выщипаны самой же птицей. Кожа головы и шеи андского кондора в моменты возбуждения меняет цвет до красного или желтого, таким образом другие особи предупреждаются об опасности. В полете эти птицы редко машут крыльями, паря на высоте благодаря потокам воздуха. Кондоры выбирают одного партнера и остаются верными ему на всю жизнь. Птенцы кондора учатся летать только через 9 месяцев после появления на свет. После этого они продолжают жить с родителями до 2 лет, что является редкостью среди пернатых. Кондоры считаются признанными долгожителями среди пернатых. В неволе они могут прожить более 70 лет, а в природе 50. Эти птицы известные падальщики. Основной их рацион составляет погибший домашний скот, а также морские млекопитающие, например, выброшенные на берег киты. Эта птица стала героем многих поверий и легенд южноамериканцев. Аборигены верили в ее божественное происхождение и бессмертие. Изображения кондора украшают гербы различных стран – Чили, Колумбии и Венесуэлы. Кондоры – уникальные птицы, популяция которых находится под угрозой. Сейчас охота на этих пернатых запрещена, и люди не оставляют попыток восстановить их численность. На этом у нас все. Если вы еще знаете какие-либо интересные факты о кондорах, пишите о них в комментариях. Спасибо за просмотр, будем рады, если подпишетесь на канал, поставите лайк и нажмете на колокольчик. До скорого!